Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. В субботу, 21 января, в час дня, в Захаровском доме культуры состоится торжественное награждение победителей 20-го окружного конкурса детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Рождественская звезда». Также субботний день будет насыщен различными забавами на свежем воздухе. В 12 часов в поселке Назарьево «Устроение 29» ждут всех любителей хороводов, подвижных игр, конкурсов и викторин. Похожая программа состоится и на Центральной площади в Одинцове. Для любителей лыжного спорта в 2 и в 3 часа по адресу 3 километр Красногорского шоссе пройдет мастер-класс по беговым лыжам для участников с 18 лет. А юные шахматисты в Звенигороде сразятся в турнире под названием «Черно-белая доска. Это шахматы, друзья». Он пройдет в 12 часов в библиотеке номер 2, микрорайон Пронина, дом 10. В рамках международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» в 6 часов в Голицыне состоится показ киноальманаха на один день старше. Воскресный день в Театре сказок в парке Захарова можно будет окунуться в прошлое и увидеть вещи, которыми пользовались наши предки 100 лет назад на выставке «Музей в чемодане». Там же пройдет мастер-класс по рисованию для малышей от 3 лет. А в литературной гостиной Лесногородской библиотеки имени Новикова можно будет вспомнить героев произведения Алексея Толстого «Приключения Буратино». Народный коллектив «Одинцовский любительский театр» представит в Немчиновке спектакль по пьесе «Коляды. Всеобъемлющее», который вдохновит на то, что любой человек, невзирая на годы, может начать жизнь с чистого листа и обрести любовь, дружбу и новый смысл. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю.